Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах главы Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт российского лидера. Владимир Путин направил в адрес Александра Лукашенко поздравительную телеграмму. «Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в организации договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братского народа России и Беларуси», говорится в сообщении лидера Российской Федерации. Напомним, выборы президента Беларуси прошли в республике 9 августа. По данным Центра избиркома, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.